несчастных семей, сколько сейчас трудностей у людей в их деятельности, в их работе, в их, во всем, что они делают. Очень много людей несчастных. Но откуда это счастье возьмется, если мы совершаем в таком количестве эти преступления? Мы должны с вами, пусть нас мало, но мы должны стрепенуться хотя бы здесь сидящие. Мы должны вспомнить, что от нас зависит очень много. От нашей позиции, от наших действий, от нашего даже мнения, от тех дел, которые мы реально совершаем. Поэтому я хочу ребят, всех артистов, которые к нам сегодня приехали, выразить вам вашу благодарность, низкий поклон, помощь Божию вам, вашей деятельности, ваших трудов. Я хочу вам поблагодарить Светлану Николаевну Сокову, руководителя театра города Нашатинска. Она здесь? Да, да. И приносит такую радость, удовольствие действительно, хотя и серьезная тема, ребята, но удовольствие, я, наверное, уже просто давно не был в театре, и поэтому просто, ну, спасибо вам большое, храни вас Господи. Хотел бы сказать, что все те, кто здесь присутствует, если кому-то действительно эта проблема не безразлична, она, я думаю, сейчас уже никому не может быть безразлична. Я хотел бы сказать, что молодежный отдел Ростовской партии и многие активисты, общественное движение «Наше будущее без абортов» реально совершает дела, которые помогают молодым людям, молодым родителям. Делайте аборты. Очень просто взять и написать плакат: аборт это зло, аборт это убийство. Но нужно еще уметь войти в положение тех людей, может быть, немощных, тех людей, которые не понимают о том, что они делают, но мы знаем, как они сильно потом будут жалеть об этом, как сильно будут переживать. А очень многих людей останавливает или наоборот наталкивает на этот поступок просто какая-то бытовая проблема, какое-то неустройство, какая-то боязнь чего-то такого, что вдруг в жизни что-то не сложится. Как я могу родить этого ребенка, если я не смогу купить коляску? Мы занимаемся как раз таки тем, чтобы помогать женщинам, которые готовы отказаться от аборта, решить их проблемы, чтобы они их не боялись, чтобы они знали, что есть люди, которые готовы помогать сохранять жизни наших детей, а не наши. Они, может быть, ихние, но они наши. Это наши будущие братья, сестры. Это будущее нашей страны. И мы вместе с ребятами, с артистами и с участниками общественного движения «Наше будущее» надеемся на вашу поддержку, на вашу поддержку реальную. Есть реальные дела, есть реальные нужды, которые сейчас необходимо делать для того, чтобы спасать детишек. Совсем недавно мы, сейчас Елены сегодня нету, но мы таким вот образом спасли одного ребеночка, еще одного. Вот, то есть помогли ему обрести жизнь. Мамочка довольна, все хорошо, понимаете, и крестили недавно этого ребеночка. А так бы он мог, просто его могло бы не быть, как вот этого Топоркова. Понимаете? Ведь это действительно реальная ситуация. Но Топорков был жив. Здорово, спасибо. Вот, поэтому все, кто имеет желание помогать, сегодня мы останемся сейчас после этого спектакля замечательного. У нас будет возможность перейти через дорогу, пообщаться, поделиться впечатлениями. Кто хочет выразить сейчас свои впечатления и поблагодарить артиста, можете это сделать прямо сейчас. Но мы еще поговорим, еще останемся для того, чтобы каждый из вас узнал о той возможности, которую он может сейчас использовать для того, чтобы и свою душу спасти, и свои грехи искупить. Потому что я так понимаю, что очень многих есть что искупать из нас. Поэтому помоги нам, Господи, в этом деле. Еще раз, ребята, я вас просто благодарю. Храни вас Господь, мир, здравия. Общую фотографию с артистами вас подождем. Хорошо?